나라의 왕자입니다. 하나님, 나도 라이트 형제처럼 언약의 꿈을 꾸는 렘넌트 되게 해주세요. 교회에서 복음 전해요. 나는 이사치 지우스 언니 중, 나 하나님 나라 공주. 자, 뒤에 불 좀 켜주세요. 저 영적 서밋 임마누엘 유치부 친구들 안녕하세요. 우리 좀 더 힘차게 인사해 볼까요? 선생님이 안녕하세요 하면 우리 친구들도 내가 낼 수 있는 가장 큰 목소리로 인사해 주세요. 영적 서밋 유치부 친구들 안녕하세요. 우리 렘넌트들이요 예배 드리려고 모두 모였어요. 선생님 이렇게 친구들 표정을 보니까 모두 행복한 표정을 짓고 있어서 선생님도 정말 행복했어요. 오늘요 우리 함께 찬양할 건데요, 선생님 따라서 큰 소리로 외쳐보세요. 나는 하나님의 자녀다. 하나님의 자녀다. 나의 꿈은 전 세계 살리는 거예요. 전 세계 살리는 거예요. 우리 이 언약이 담긴 찬양을 해볼 거예요. 주님 안에 내가 있고 함께 찬양합시다. 주님 안에 내가 있고 주님 안에 내가 있고 내 안에 주 나를 인도하셔. 세상에서 고통받는
합시다. 주님 안에 내가 있고. 주님 안에 내가 있고 내 안에 주님. 여러분, 하나님이 뭘 원하신다고요? 혹시 들은 찬양하면서 들은 친구 있어요? 하나님이 뭘 원하신다고요? 우리 친구 따라해 보세요. 세상에 고통받는 사람들을 복음으로 건져내는 거예요. 그 렘넌트 여러분, 혹시요, 선생님이요, 지금 물어볼 게 한 가지 있어요. 혹시 자기 전에 우리 친구들 뭐 해요? 양치. 양치도 하고요. 또 뭐 해요? 기도하는 렘넌트들도 있구나. 오늘부터요. 집에 가면요. 자기 전에요. 우리 친구들이 꼭 해야 될 게 있어요. 양치하고 나서 꼭 해야 될 게 있어요. 뭐냐면요. 엄마 아빠랑 같이 생각해 보세요. 오늘 내 생각에 뭐가 있었지? 오늘 내 마음에 뭐가 있었지? 한번 생각하세요. 좋아요. 그래서 오늘 내 생각과 마음에 뭐가 있었는지 생각해보고 하나님께 기도하는 거예요. 하나님, 내 생각과 마음에 하나님의 말씀이 담기게 해주세요. 기도하면 돼요. 그럼 우리 다 함께 마음에 새기는 하나님 사랑 찬양해 봅시다. 생각과 마음에 하나님의 언약이 담기도록 큰 소리로 찬양합시다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 말씀 응답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 열방 나의 생각 영혼 속에 하나님 예수 성령님 언제나 영원히 함께 하신 새겨주세요. 우리의 생각과 마음에 보좌의 축복이 담기도록 함께 기도하면서 찬양합시다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 말씀 응답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제
Ревна, ты молодцы. От всего сердца прославляли Бога. Перед тем, как будем слушать Слово, давайте помолимся. Сегодня за богослужение помолится пресвитер Ким Ха Гён. Давайте закроем глаза, сложим руки и сосредоточенно будем молиться. Давайте закроем глаза и помолимся перед Богом. Бог, Отец, благодарим Тебя. Ты сделал нас детьми Божьими, и по Твоей благодати мы можем проводить это воскресное богослужение. Помоги нам возрастать в вере и премудрости, чтобы спасать людей в этом мире. Подними наших ремнантов на духовный саммит, профессиональный саммит, культурный саммит ради спасения этого мира. Бог, ремнантам Церкви Иммануил, которые имеют благую весть, помоги стать людьми, которые живут, чтобы воздать славу только Богу, и глубоко в сердце каждый день помоги, чтобы входило послание с детского богослужения. Для спасения этого мира, ухватившись за имя Иисуса Христа, помоги находиться в процессе подготовки ремнантов для того, чтобы передать нашим ремнантам наилучшую духовную силу и знания. Дай особую благодать нашим родителям и учителям. Через богослужение помоги воздать наивысшую славу Богу. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. Ремнанты, вы готовы послушать Слово? Давайте сейчас послушаем Слово. Выйдет пастор и передаст послание. Давайте все вместе посмотрим Божье Слово. Вы готовы? Точно? Давайте перед богослужением громко покричим. На раз, два, три. Раз, два, три. Давайте послушаем Слово. Вместе прочитаем тему. Давайте громким голосом. Самый больший в небесном царстве. Кто самый больший в небесном царстве? Прочитаем стих. Давайте вместе прочитаем стих. И сказал: истина, говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Матфея, 18 глава, 3 стих. Аминь.
옛날에 있었던 일이에요. 근데 그렇게 멀지 않았어요. Это было не так давно. 옛날에 일본 군인들이 однажды вооруженные японские солдаты напали на Корею. Кто напал на Корею? Да, Япония. Что сказали японские солдаты, когда ворвались к нам? Они обманули, сказав, что защищают нашу страну. Да, они обманули, сказав, что будут защищать нас. И знаете, что они сделали? Мы сейчас посмотрим. А сейчас выйдут японские военные. Мы японские солдаты. Если вы не будете слушать нас, мы вас накажем и посадим в тюрьму. Сегодня мы пришли в церковь. Здесь есть люди, которые верят в Иисуса. Эй, вы! Идите сюда. Вы же верите в Иисуса? Мы верим в Иисуса? Нет, мы не ходим в церковь. Да? Да-да, мы не ходим в церковь. Да, мы просто сегодня пришли сюда. Значит, вы не верите в Иисуса? Похоже, что вы лжете. Вот изображение Иисуса. Я брошу его на пол, и вы должны наступить и плюнуть на него. Если вы наступите и плюнете на изображение Иисуса, значит, вы не верите в него. А что? Но тот, кто не плюнет на картину, будет посажен в тюрьму. Давай, плюнь и наступи на него. Нет, не надо. Это наш Иисус. Ремонты. Давайте повторим. Не надо. Это наш Иисус. Япония торгует нашу страну и по всей стране построила святыни и заставляла поклоняться идолам. Видите на экране? Это место
поклонение бесам и идолам. Как называется это место? Святыня. В этих святынях все японские солдаты и полицейские проводили обряд поклонения. По всем деревням они сделали святыни, поэтому все бабушки и дедушки поклонялись башкам. И не только старшие, но и дети тоже поклонялись святыням. Вы все должны поклоняться японским богам. Если не будете выполнять приказ, будете избиты и посажены в тюрьму. Всех школьников тоже заставляли поклоняться святыням. Посмотрите, все стоят в очереди, чтобы войти в святыню и поклониться идолам. Японские солдаты и полицейские использовали оружие, чтобы заставлять всех корейцев проводить обряд поклонения бесам. А в этот период появились фальшивые пасторы и пресвитеры. Мы пасторы и пресвитеры этой страны. Поклонение святыне является идолопоклонством? Нет. Обряд поклонения святынях – это не идолопоклонство, это просто приветствие. Разве наши пасторы, пресвитеры и прихожане должны поклоняться святыням? Давайте все вместе поклонимся. В это время, когда ложные пасторы и пресвитеры поклонялись идолам, был настоящий пастор, который был против этого. Имя этого человека – пастор Чогичоль. Это что такое? Что вы делаете? Разве вы не верующий в Бога? Вы говорите, что поклонение святыне не дало поклонства? Божье Слово говорит, что не делай себе образа и не поклоняйся им. Бог сказал не поклоняться идолам. Как это можно называть приветствием? Это идолопоклонство, поклонение сатане. Пасторы и пресвитеры, внимательно прочитайте Библию. В это время появились японские охранники. Они схватили пастора Чугичоль, избили и посадили в тюрьму.
이렇게 우상을 반대하는 주기철 목사님. Пастор Чугичоль, который был против идолопоклонства, был посажен в тюрьму. 아까 신사의 절하는 Что же решили насчет пастора Чугичо? Ложные пасторы и пресвитеры, которые поклонялись святыне. Пастор Чугичо не слушал нас и не поклонялся святыне. Поэтому мы приняли решение отстранить от служения пастора Чугичоль. Ложные пасторы и пресвитеры отстранили от служения пастора Чугичоль и приняли решение, что он больше не будет пастором. С сегодняшнего дня пастор Чугичоль, который отказался поклоняться в святынях, будет заключен в тюрьму. А церковь пастора будет закрыта. По благодати Твоей я попал в эту холодную тюрьму. Даже если меня избивают солдаты, это Божья благодать. Бог хранит, защищает и пребывает со мной. Поэтому я не поддамся японцам. Выживу, оставив Иисуса, или умру, следуя за Ним. Мы все однажды умрем. Поэтому я умру, следуя за Иисусом. Я верю, что это и есть настоящая жизнь. Аминь. Ремнанты, как звали пастора? Да, пастор Чугичоль. Пастор Чугичоль сказал ложным пасторам, что поклоняться идолам – это грех. Поэтому японские солдаты посадили его в тюрьму. Попав таким образом в тюрьму, через какое-то время пастор умер мученической смертью и ушел к Богу. Но спустя год произошло удивительное событие. Япония сдалась и проиграла войну. Все японцы покинули Корею. Поэтому мы каждый год отмечаем праздник в этот день. Это День независимости Кореи. День восстановления света. Не только пастор Чугичоль, но также и многие верующие души молились. Поэтому вся страна восстановилась. Хочу спросить, Япония
Это плохая страна или хорошая? Нет, Япония – это неплохая страна. Когда-то японские солдаты и полицейские делали плохие вещи, но сейчас Япония – это неплохая страна. Повторите, Япония – это страна, где надо передавать благую весть. Япония – это неплохая страна. Мне тоже нравится Япония. Япония – это страна, где мы должны проповедовать Евангелие. Сегодня, услышав об этом, вы не должны ненавидеть японцев, не говорите, что вы не будете кушать японскую еду или одевать японскую одежду. Япония – это хорошая страна. Все страны хорошие. Тогда пастор Чупичоль потерпел поражение или одержал победу? Одержал победу? Он же попал в тюрьму. 4 раза его арестовывали, избивали и вообще замучили до смерти. Это победа или поражение? Это победа. Вы же слышали, что сказал пастор? Выживу, оставив Бога, или умру, следуя за Ним? Однажды все равно умру. Пастор Чукичоль одержал победу. В Боге одержал победу. Повторите, с Богом победил. Ремнанты, есть то, что вы должны запомнить на этой неделе. И сейчас весь мир создает множество идолов и собирает людей. Что делают люди, когда посещают места с огромными идолами? Что делают, когда приезжают посмотреть на идолов? Да, они фотографируются. Это культура бесовская, да? Поэтому к людям приходят психические, духовные проблемы, а в результате приходит разрушение. В такое время Бог призвал наших ремнантов. Давайте скажем рядом сидящему, благословляйте. Скажите, Бог призвал тебя в эту эпоху. Еще скажите, Бог призвал тебя ремнантом, который спасет эту эпоху. Как спасет? Благой вестью, Евангелием. Есть 5 вещей, которые вы должны запомнить на этой неделе. Покажите ваши 5 пальцев. Поднимите большой палец. Повторяйте. Уверенность во спасении. Кто бы что бы вам ни говорил, Бог призвал вас в эту эпоху Божьими чадами. Покажите указательный палец. Уверенность в ответе на молитву. Повторите, уверенность в ответе на молитву. Покажите средний палец, самый длинный палец. Повторите, уверенность в победе. Вы никогда не разрушитесь. Наши ремнанты и родители, запомните, вы призваны Богом. Безымянный палец, самый слабый. Через крест мы получили прощение от всех грехов. Повторите, уверенность в прощении. И также мизинец, он самый маленький, короткий. Но Бог руководит нами. Повторите, уверенность в руководстве. На этой неделе эти 5 уверенностей будут вашей миссией. Позже выйдет учитель и все вам расскажет. Все вместе восхвалим хвалу, принесем Богу приношение. Yeah.
합시다. 주님 안에 내가 있고, 주님 안에 내가 있고, 내 안에 주님이 언제나 지키시고 나를 인도 Молодцы, ремнанты. А сейчас расскажу вам миссию на неделю. Пастор перечислил 5 уверенностей. Давайте повторим. 5 уверенностей. Как же мне заполнить их и сохранить в своем сердце? Давайте посмотрим, как это сделать. Наполненная радостью время саммита. Дружок, Бог дал нам абсолютно неизменных 5 уверенностей. Каких? Внимательно послушай. Пять Божьих уверенностей. Большой палец. Самый сильный. Самый лучший статус в мире – это то, что я чадо Бога. Уверенность во спасении. Указательный палец. Может, все. Если молимся именем Иисуса Христа, получим все ответы. Уверенность в ответе на молитву. Средний палец самый длинный. Пришли проблемы или пришел ответ, мы всегда одерживаем победу. Уверенность в победе. Безымянный палец самый слабый. Все мои грехи разрешились на кресте. Уверенность в прощении. Мизинец самый маленький. До скончания мира Бог вместе. Уверенность в руководстве. Сегодня сделаем куклу на пальчики 5 уверенностей. Подготовьте цветную бумагу, ножницы, клей, фломастеры или карандаши и различные украшения. Дважды сложите цветную бумагу. То же самое сделайте с другой стороны. Разверните и отрежьте край.
сложите снова пополам. Нижний край заверните к центру. А верхние заверните, не доходя до середины. Сложите углы в треугольник. Переверните. И сложите боковые части. Разверните, как на видео, и сложите. Сделайте таких 5 фигур. Сделайте прически. Прикрепите оставшиеся кусочки. Проденьте палец в отверстие. Напишите 5 уверенностей. Украсьте куклы на пальчике разными украшениями. Произведение куклы на пальчике готово. Напевая песенку кукол на пальчиках, запомните 5 уверенностей, данных вам Богом. Большой палец, он самый сильный. У меня самый лучший статус в мире, статус чада Бога. Это уверенность во спасении. Мизинец самый маленький. До скончания мира Бог вместе со мной. Это уверенность в руководстве. На этой неделе мы переделали песенку детскую, чтобы вы запомнили и вложили в сердце 5 уверенностей. Друзья, вы сделаете куклу на пальчике? Когда сделаете, оденьте на пальчик и вложите в сердце 5 уверенностей, которые дал вам Бог. А сейчас пресвитер Ким Гёнгха помолится за богослужение и за приношение. Давайте рано-то закроем глаза и вместе помолимся. Помолюсь. Бог, благодарим Тебя, что благословил детское служение и запечатлил визуально Слово Божье в наших детях. Благослови, чтоб наши дети
запечатлели Иисуса Христа с самого детства и наслаждались каждый день превосходящей благодатью, о которой сегодня передавал пастор. Благослови, чтоб наши юнцы, которые прекраснее цветов, чище росы и действительно невинны, не осквернились этим миром, сатаной, и были очищены Христом. Благослови, чтоб они стали духовным саммитом, который спасет 237 стран. Особенно сейчас, когда началось строительство храма, хоть наши юнцы не могут приносить приношения, благослови, чтобы строительство храма было вложено в их сердца, чтобы, молясь Богу, они рисовали картину храма в своих мыслях и вкладывали это в свое сердце. Мы также благодарны нашим учителям детского служения за их преданность в служении детям. Также благодаря нашему пастору и учителям мы верим, что ни один ремнант не заблудится в этом мире. Благослови, что взирая только на Христа и только именем Христа по благодати, они стали героями спасения 237 стран. Благодарим Бога, который вместе с нами, и молимся за все именем Иисуса Христа. Аминь. Пастор закончит богослужение молитвой благословения. А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, огромная любовь Бога Отца, действие Святого Духа над теми, кто с веры, как у малого дитя, спасет эту эпоху, покрытую тьмой, над теми ремнантами, над молящимися родителями и над преподавателями. Да пребудет всегда вместе, отныне и вовек. Аминь. Ухватившись за слово, уходите на места. До свидания.